есть еще одна вещь. Матросы говорят, будто бы пират Харлок объявился в Южных водах. Харлок. Я знаю это имя. Он был поваром крепости на вулкане. Это он. Раньше он был коком на корабле моего отца. Почему ты раньше не сказал, что Харлок был на Фаранге? Вокруг было много ушей, если ты помнишь. Да, но... ну ладно. Он украл дневник моего отца. Дневник? И что в этом такого? В дневнике описывается, как добраться до сокровищ. У меня есть одна страница из него. А что там написано? По-моему, это какая-то загадка. Что-то вроде подсказки, как обойти смертельную ловушку. Вот, возьми, может, ты ее разгадаешь. Я так и думал. Как что чуть посложнее, так сразу я. Ты же хотел помочь мне в поисках сокровища. Если ты думаешь, что тебе это не по зубам... Ладно, ладно. Дай посмотрю. Думаю, Харлок далеко не ушел, раз у него нет этой страницы. Насколько я знаю своего отца, это не единственная подсказка. И сейчас я поняла, где искать другую. И где же? Я стащила у него этот ключ. Он должен открывать его личный сундук на Такаригуа. Раньше не могла об этом вспомнить? Если у тебя есть идеи получше, я буду рада их выслушать. Вот тебе ключ. Возможно, старый самогонщик-бражник сможет нам помочь. Отец ему верил как себе. Ха. Единственный друид, которого я знаю, это Элд. Он жил отшельником на острове Фаранга и мало соприкасался с остальной цивилизацией. Он исследователь. И тогда он изучал внезапное появление этих подземных храмовых руин. Тот самый друид? Он помог тебе в борьбе с Титаном Огня, так? Но это было уже давно. Я был бы очень рад снова увидеть его. Тот самый друид? Он помог тебе в борьбе с Титаном Огня, так? Вот именно. Видимо, случилось что-то очень важное, раз он решил показаться на люди. Лучше нам с тобой разузнать, чем он занимается на Антигуа. Друиды – предвестники зла. Каждый раз, когда кто-то из них где-то всплывает, жди неприятностей. Где на Антигуа можно найти друида? Если кто и знает, что происходит в городе, то это хозяин таверны. Хорошая идея. Что именно нам надо искать на Такаригуа? Если бы я знала, и искать бы не пришлось. Просто найди сундук и посмотри, что там. Надеюсь, что там хоть что-нибудь есть. Как нам найти Харлока? Я слышала, что он нанялся к другому капитану. Вроде бы к капитану Гарсия. Да, по-моему, так. Найдем Гарсию, найдем и Харлока. Надеюсь. А зачем нам вообще нужен этот дневник? Отец не записывал в дневник свои потаенные мысли и желания. Это просто описание пути к местонахождению сокровищ. На недостающих страницах, очевидно, написано, как добраться до сокровища, когда мы будем уже на острове. Как похоже на твоего отца. Пойдем со мной. Без проблем. Почему земля качается? Это опасно. Это просто корабль качается. Подожди, у тебя еще будет моряцкая походка. Моряцкая походка? Это еще что такое? Я не хочу себе никакую моряцкую походку. Тот, кто полезет к моим ногам, умрет. Успокойся, никто тебя не тронет. Правда? Немного поблюешь и будешь в порядке. Ты надо мной смеешься? И мысли не было. Я дочь Бакира, это понятно? Ладно, ладно, успокойся. Идем со мной. У
тебя уже есть сопровождающие. Идем со мной. У тебя уже есть сопровождающие. Сварю нам что-нибудь вкусненькое. Уже второй раз за короткое время тут появляется пират. О ком ты говоришь? Пират Гарсия прибыл сюда несколько дней назад на своем корабле. Он утверждает, что у него важное сообщение для Высочайшего Совета. Этот душегуб выделывался, словно какой-то аристократ. И где Гарсия теперь? Понятия не имею. Отплыл пару дней назад. Может быть, Карлос знает больше. Что за сообщение? Мне он этого не сказал. Но вел себя очень важно. Говорил, что сообщение от Мары и предназначено для членов Высочайшего Совета. Не вздумай мне тут красть. Я за тобой слежу. Таким, как ты, тут не рады.
тобой. Лучше ты, чем я. Убери оружие. Вольно. Стоять на месте. Thank you.
Комендант хочет с тобой поговорить. Ну что, твой поиск увенчался успехом? Более чем. Оружие, за которым охотился Стальная Борода, у меня. Стальная Борода мертв. Но перед своей смертью он сказал мне, что это оружие — один из четырех артефактов, что нужны, чтобы расправиться с Марой. Тогда ты в большой опасности. Почему? Потому что Высочайший Совет сейчас как раз собирается заключить мирное соглашение с Марой. Что за соглашение? Суть соглашения в том, чтобы передать ей все магические артефакты, которые попадут к нам. В ответ она обещает обеспечить нам свободный проезд до Арбореи. Похоже, что эти глупцы ей верят. Они даже дали поручение Себастьяну отнять у тебя артефакт. Он уже пытался. Я так и думал, когда увидел, на каком корабле ты пришел в гавань. Лучше даже не рассказывай мне, как ты попал на Черную Бетти. Я уверен, что это было нужно для нашего дела. Как только до этого дошло? Из 5 членов Высочайшего Совета, по сути, только 2 определяют общее решение. С одной стороны, это Маурегато, представитель торговой гильдии, а с другой — комендант Кориентес, представитель защитников. Кориентеса сейчас нет, поэтому руководит всем Маурегато. Когда сюда прибыл посланник от Мары, Маурегато даже лично его встречал. Что за посланник? Это был капитан пиратов Гарсия. Очевидно, он и его люди связаны с Марой. Он прибыл в нашу гавань под белым флагом. Почему Кориентеса сейчас нет? Он отправился в экспедицию на Арборею. Это произошло спустя некоторое время после нашей с тобой последней встречи. Расскажи мне еще о Маурегато. Маурегато сейчас самый могущественный человек в Кальдере. Он готов на все ради выгоды, своей собственной и торговой гильдии. Я ищу Гарсию. Зачем? Потому что у него одно из 4 оружий. Гарсия пробыл в Кальдере какое-то время, прежде чем уехать. Я не знаю, где он сейчас, но он наверняка оставил какие-то следы, по которым ты можешь заключить, куда он отправился. Я должен отправиться на Кальдеру. Мне тоже так кажется. Лучше всего начни с Маурегато. Он точно имел какие-то дела с Гарсией. Стража откроет тебе ворота. Будь осторожней там, внутри. Удачи в поисках Гарсии. Открой ворота. Приказ от Карлоса. Непременно. Не успел один пират уйти, другой уже тут как тут. У вас там что, очередь? Подожди-ка, я же тебя знаю. Правда? Конечно.
Я же долгое время снабжал тебя ромом. И что с тобой случилось? Они тебя уволили, как я слышал? Точно. Каково мне, по-твоему? Бедняга, все ясно. Скажи, если я могу как-то помочь. Где находится высочайший совет? Иди прямо, не сворачивая. Хотя по мне не думаю, что тебя туда пустят. Это уж предоставь мне. Где живет Мауригату? Иди через мост. Первый дом слева. Не лезь. Без колдунов до этого дела не дошло. Высочайший совет поступил правильно, изгнав тебя из Кальдеры. Но кристальная крепость не сможет защищать нас вечно. Это значит, что мы все скоро отправимся на Арборею. И тогда будет еще одна война. Если Высочайший совет заключит мировое соглашение, этот кошмар наконец-то закончится. Да ты смотрела хоть раз на север? Я не верю в мир. Будем надеяться на лучшее. Что это? Очередной жалкий беженец из Империи? Если ты ищешь работу, можешь потаскать ящики. Я похож на беженца? А, ты с моря. Что ж, ты не первый пират, который прибыл сюда. Это того стоило. Что ты знаешь о других пиратах? Капитан Гарсия недавно был в городе. Мауригата привел его в высочайший совет. И? Вот тебе и. В такие вещи я предпочитаю не вмешиваться. Высочайший совет занимается политикой. Я занимаюсь своими ящиками. А что это за ящики? Думаешь, чтобы тебе украсть? Товары из Токаригуа, прежде всего сахар. Все проверяется и пересчитывается до мелочей. Знаешь что? Это первый раз, когда мы получили столько ящиков, сколько нужно. Сначала я даже не поверил. Просто чудо какое-то. А кто заседает в этом высочайшем совете? Ты что, из пещеры вылез? Совет состоит из 5 человек. Председатель, мудрейший кустодио. Пуку представляет крестьян. Потом там еще Годин, он за ремесленников. И комендант Кориентес, конечно. А Мауригата представляет торговцев. Вся настоящая власть в его руках. Запомни это, пират. И высочайший совет принимает все решения? Так вот оно работает. Не задавай лишних вопросов. Тебе нечем заняться? Я не могу тебе помочь. Стоп! Проход запрещен. Мой господин Азуро не хочет, чтобы ему мешали. Стоп! Проход запрещен. Мой господин Азуро не хочет, чтобы ему мешали. Эй, чего тебе надо? Это дом Мауригату? Не похоже на то, чтобы тебя приглашали. Я не думаю, что господин Мауригату ждет тебя. Я к нему с визитом-сюрпризом. Мауригату не любит сюрпризов. Мне просто надо по-быстрому с ним поговорить. А, да? Ты не похож на кого-то, кто хочет только говорить. Я предупреждаю тебя. Если ты намерен создавать проблемы, я тебе задам. Твоя обычная сторона и так достаточно отвратительна. Не сейчас. Инквизиция набирает людей. Говорят, им нужны храбрые парни. Значит, ты не подойдешь. Что думаешь, не справлюсь? У тебя морская болезнь. И мушкет ты держать не умеешь. Смотри, вот выдадут мне ружье, по-другому запоешь. Ну, максимум, что получит крестьянин, это тяп. Это мы еще посмотрим.
Подожди-ка. Да я тебя знаю. Ты же тот лейтенант, которого они вышвырнули. Новости быстро расходятся. Что они говорили? Из-за поведения недостойного офицера? У тебя с этим проблемы? Ладно, не кипятись. И? За что ты тут стоишь по колено в воде? Мы набираем новых рекрутов. Если ты еще на нашей стороне, можешь наняться. Ты думаешь, я подойду для этого? В тяжелые времена нельзя быть особо привередливым. Зачем мне это? Не хочешь помогать из лояльности? Помоги из-за золота. За каждого нового рекрута комендант выплачивает премию. Я мог бы отдать часть тебе. Что мне нужно будет делать? Раньше новобранцев просто брали за шкирку и уводили в казарму. Жаль, теперь так нельзя. Встретив того, кто может стать солдатом, попробуй его уговорить. Если сможешь убедить трех человек, мы с тобой сработаемся. А женщина у вас есть? В Инквизиции? Ты что, пьян? Я просто предположил. Только при коменданте такого не говори. Наш комендант, он сторонник традиционных нравов. Каким должен быть кандидат? Думаю, что ты вряд ли сможешь уговорить слугу или, например, портного. Поговори с горожанами или с рабочими. Согласен, я в деле. Хорошо. Завербуешь трех рекрутов, получишь награду. Жаль, что нельзя загонять в армию насильно, как раньше. Кучу времени бы сэкономили. Что ты мне мешаешь? Ты выглядишь как человек с огнестрельным оружием. Я и есть человек с огнестрельным оружием. Хотя эксперт у нас мастер Годин. Я всего лишь реализую некоторые из его идей. Расскажи мне о мастере Године. Он гений. Он все время придумывает какие-то улучшения для огнестрельного оружия. А знаешь про двойной колесцовый замок? Это его изобретение. За это его и избрали членом Высочайшего Совета. Мужчины и их игрушки. Скоро они стволами мериться начнут. Мне нужно в Высочайший Совет. Я и сам бываю время от времени в Совете. Но только когда мастер Годин посылает меня с заданием. Если ты не являешься членом Совета, тебе необходима заверенная грамота. Попробуй обратиться к Мауригату. Возможно, ты сможешь поступить к нему на службу.
Что ты знаешь о Маури Гатом? Я не собираюсь пересказывать слухи о нем и Гарсии. Я уверен, ты найдешь немало людей, которые расскажут тебе о нем. Ты тоже продаешь оружие? Тебе? Ну, а официально ты как бы не с нами. Но ты можешь достать официальное письменное заявление, подписать его и получить печать. Я дам тебе денег. Можно и так. Можешь научить меня кое-чему? Еще захотел. Мы с тобой в Кальдере. Если я научу тебя обращаться с ружьем, они это сразу узнают. А в чем проблема? В том, что ты не из Инквизиции. Так что не держи обиды. Давай поторгуемся. Я хочу увидеть Маури Гата. Как мне вас представить? Я сам представлюсь. Хорошо, поднимайтесь, господин наверху. Хорошая добыча. Если я могу чем-то помочь... В большей степени вождь Пагабуду прославился как жестокий завоеватель. Говорили, что он развешивал черепа своих врагов на ритуальной площади своей собственной деревни. Его собственному черепу приписывают огромную магическую силу. Маракайцы хранят его уже несколько поколений. Ага. Добрый день. Как вкусно пахнет. О, это всего лишь густой супчик. Ничего особенного. Вы наверняка хотите поговорить с моим мужем. Вы наверняка хотите поговорить с моим мужем. Не суй нос, куда не просят.
Убирайся! Только без глупостей. Что такое? Я тут по поводу Гарсии. Так, и? Где? Я не думаю, что это твое дело, парень. Он приходил по делам государственной важности. Ты в этом ничего не понимаешь. Теперь оставь меня. У меня нет для тебя времени, парень. Уходи! У меня нет для тебя времени, парень. Уходи! Не сейчас. Я надеюсь, что встреча прошла успешно. Если я могу чем-то помочь... Вы наверняка хотите поговорить с моим мужем.
плохо кончится. Мой муж тоже так... Примкни к инквизиции. О, Лопес нашел нового вербовщика. Слушай, только не заводи эту песню. Весь этот базар про спасение человечества я прекрасно знаю. А про преимущество? Ты уже слышал? Преимущество? Регулярно выплачивается жалование. И что мне с ним делать, если меня отправят в джунгли, где нет кабаков? Выдают хорошее довольствие. Довольствие? Ты про жиденький супчик? Ты получишь мушкет. Да ладно тебе. Мушкеты выдают только защитникам. Рекруты дерутся саблями. Это не так. Каждый рекрут обучается собственным мушкетом. Правда? Если не веришь мне, спроси Лопеса. Ладно, я с ним поговорю. Это плохо кончится. Мой муж тоже так думает. Я не хочу иметь с этим ничего общего. И мой муж тоже всегда так говорит. Все это плохо. Очень плохо. И так тоже. Вам бы с ним поболтать. Да, наверное. Ты нужен инквизиции. Я? Драться? Ты с ума сошел? Ты видел, какие здоровые эти гады? Не переживай, тебя обучат. Чтобы драться с такими гадами? Спасибо, не надо. Я не могу тебе помочь. Подойди ближе. У меня есть товары со всего мира. Пиратские сабли, фрукты из Арбореи, попугаи из Токаригуа. Чем могу порадовать? Как торговля? Ах, в основном все хотят сахар из Токаригуа, а на него монополия у Мауригато. А, и это только потому, что он сидит в высочайшем совете. Расскажи мне о Мауригато. Этот негодяй впустил в город пирата. Ты можешь себе это представить? Невероятно. Пирата? Такого мерзкого типа. Не такого, как ты. Ты скорее благородный. Это я сразу понял. Благородный, значит. Ну да, что-то такое есть. Конечно. Вы тоже очень благородны и, кроме того, очень красив. Ладно, комплименты прибережем для другого раза. А сейчас нам нужна информация. Мауригато привел Гарсию в дом высочайшего совета. И он даже жил в гостинице. Можешь себе это представить? Я только мечтаю о сладком сне, а ему они за даром дают мягкую постель. Thank you.
Убери оружие, если не хочешь проблем. Нет, сейчас не время. Чем могу помочь? Чем могу помочь? Я слышал, Гарсия был в городе. Он снимал у нас комнату, но потом он внезапно съехал. Он даже не сдал свой ключ от комнаты. Можете себе представить? Кто живет в отеле? Я поселила у себя портного Панталео. Здесь он старается управиться со всеми заказами. Еще у нас в гостях Де Сильва. Очень занятой человек. Думаю, вам ему лучше не мешать. Мне нужно место, где я могу остановиться. Это можно устроить. У меня еще есть свободная комната. Но я сдаю только на длительный срок. Я не собираюсь оставаться надолго. Это вы сейчас так говорите. Но неделя проходит быстро. С другой стороны, Гарсия тоже ненадолго остался. Хорошо, я пойду вам навстречу. Я хочу комнату Гарсии. Зачем? Ведь есть и свободная комната. Пока я ее не сдам, комната Гарсии будет занята. Он все-таки за нее заплатил. Лучше здесь ничего не трогай. Ой, какой ужас. Твой костюм – это нечто невыразимо кошмарное. А ты? Я Панталео, портной Кальдеры. Я хочу забрать парик. Разумеется. А квитанция у тебя есть? Конечно. Он предназначен для Мауригата. Именно. Я передам парик ему. Не знаю. Что такое? Вот талон, давайте парик. Или передать Мауригату, что вы отказались? Конечно, нет. К сожалению, парик где-то потерялся. Что? Это очень не понравится Мауригату. Мне очень жаль. Я буду рад предложить ему другой. Ну что ж. Что ты можешь мне предложить? Что угодно, господину. Шелк, бархат, кружева. Или что-нибудь более грубое. Не думаю, что вам к лицу будут кружева и оборки. Живешь в отеле? О, да. Только недавно переехал в Кальдеру. У меня был славный загородный домик. Но тут началась война и все остальное. И вот я здесь. Лючия обо мне заботится.
Что ты знаешь о Гарсии? Этот ужасный пират снимал в гостинице соседнюю комнату. Но он прибыл как гость Мауригата. А Мауригата – почтенный человек, один из моих лучших клиентов. И если он приглашает в свой дом пирата, этому определенно есть какая-то причина. Что я еще могу для тебя сделать? Здесь все лежит на своих местах. Прошу, ничего не трогай. Веди себя хорошо. Что ты там делаешь? Я? Ну, что ты имеешь в виду? Откуда у тебя этот алтарь? From the Sword Coast, of course. Where else would I find such a fine specimen? I brought it back to find out more about the savage's magic. После того, как всех магов прогнали из Кальдеры, исследованиями занимаемся мы, ученики. Исследованиями. Аборигены поклоняются титанам как богам. Возможно, что в их древних знаниях есть ключ к победе над титанами. Что ты выяснил? Я знаю, что есть колдовство, которое позволяет аборигенам контролировать мысли. It's my theory. The Titan Lords use this to maintain direct control over their servants. Если разобраться в этом колдовстве, возможно, я найду способ остановить его действие. В твоих исследованиях, наверное, тебе нужны самые разные материалы. Oh, very many. I don't always need them all, of course. Do you want to trade? I've usually got a few surplus items that I sell to others. Исследования, как понимаешь, не дешевы. Я знаю, как делать кукол Вуду. Тебя прислали мне боги. Расскажи же. Тогда я поделюсь с тобой результатами своих исследований. Например, я знаю, как составлять зелье Вуду. Для этого, конечно, необходимо определенное понимание магии Вуду. Но это тебе и так понятно. Я научу тебя за 500 золотых. Что? Ты меня разоришь. Это нормальный курс. Ну ладно, но за такие деньги я надеюсь, что я правда этому научусь. Я тебе гарантирую. Итак, начнем. Сначала тебе нужна кукла. Зубы для речи.
Глаза для зрения, нефритовый камень для души. Нефритовый камень? Интересно. И какую-то часть того, кого ты хочешь контролировать. Это может быть волос, не обязательно сразу отрывать ему руку. Я понимаю. Почему колдунов прогнали из Кальдеры? Высочайший совет обвинил их в уничтожении Старого Царства. Инквизитор Мендоса и его люди освободили на фаранге лорда Титанов Урсигора. Того самого Урсигора, который сейчас опустошает Север в борьбе против лорда Титанов Измаила. Колдуны должны были предотвратить это. Так, по крайней мере, говорит Мауригату. Большинство в Высочайшем Совете было на его стороне. Покажи мне, что у тебя есть. Пусти-ка меня к Вуду-алтарю. Без подходящего ключа ничего из этого не выйдет. Без подходящего ключа ничего из этого не выйдет. Лучше здесь ничего не трогай. Прошу прощения, сэр. Я невольно подслушал вас. Вы интересуетесь Гарсией? А ты кто? Это совершенно не важно, сэр. Намного важнее, кто мой господин. Кто твой господин? Торговец Азура, сэр. Он будет счастлив пригласить вас к себе на разговор. Что ему от меня надо? Разумеется, сэр. Это он обсудит с вами наедине. Это ловушка? Само собой нет, сэр. Если это ловушка, ты умрешь первым. Уверяю вас, сэр, мой господин не имеет намерений подобного рода. Ну тогда пойдем. Идемте за мной, сэр. Нет, сейчас не время. Идем, нам надо дальше. Я пойду вперед. Идем, нам надо дальше. Мой господин ожидает вас, сэр. Вверх по лестнице и налево.
меня, пожалуйста. Извини меня, пожалуйста. Надеюсь, ты знаешь, как вести себя в чужом доме. Лучше здесь ничего не трогай. Как здорово, что вы сразу же откликнулись на мое предложение. Ты хочешь со мной поговорить? Насколько я знаю, вы интересуетесь Гарсией. Даже если так. Ну, тогда вам наверняка известно, что Маури Гато обеспечил ему доступ в высочайший совет. И что Гарсия там подготовил мировое соглашение. А тебе какое до этого дело? Гарсия — это ваше дело. Меня интересует только Маури Гато. Перейдем к делу. Почему я здесь? Я хочу сделать вам деловое предложение. Я слушаю. Я могу помочь вам получить доступ в высочайший совет. А это вам, без сомнения, очень понадобится, если вы хотите что-то выяснить о Гарсии. Ну и в ответ вы сделаете в высочайшем совете кое-что для меня. Как ты поможешь мне попасть в совет? Детали узнаешь, когда заключим сделку. Что именно мне нужно сделать? Маури Гато не такой джентльмен, каким хочет казаться. Его методы ведения дел довольно сомнительны и непрозрачны. И тем не менее он сидит в высочайшем совете. Без каких-либо доказательств его махинаций я ничего не могу сделать против него. Согласен. Так как же мне попасть в высочайший совет? Я рад, что вы тот, за кого я вас принял. Поскольку вы не являетесь членом высочайшего совета, вы выступите там как посланник. Вас впустят, если вы представитесь посыльным Маури Гато. Но я не очень-то похож на посыльного. У стражи приказ пропускать всякого, кто имеет заверенную печатью грамоту. Ну и неплохо было бы подобрать подходящую одежду. Подходящую одежду? Отыщите портного Панталео и попросите у него подходящее платье. Он сошьет для вас что-нибудь. А где мне взять заверенную печатью грамоту? Это самое сложное. Здесь нам придется объединить усилия. Я составлю вам грамоту, а вы достанете печать Маури Гато. То есть я должен ее украсть? Ну... Как именно к вам попадет печать, не мое дело. Думаю, вам обязательно придется пересечь границы закона. Но как пират вы, должно быть, к этому привыкли. Вот печать. Ну тогда приступим. В этой грамоте написано, что вы посыльный Маури Гато. Как только попадете внутрь, смотрите в оба.
Мне нужны доказательства темных делишек Мауригату. Желательно, чтобы вы принесли мне какой-нибудь письменный документ. Возможно, вы найдете что-то в его бюро. Значит, вам осталась только одежда посыльного. Позаботьтесь об этом. Это того стоило. Я полагаюсь на вашу ловкость и на вашу скрытность. Кто крадется, задумал что-то дурное. Сейчас. Да, уходи. Я сразу замечу, если тут что-то пропадет. Даже не пытайся ничего украсть. Чем могу помочь? Проходи мимо. Нет, сейчас не время. Ты нужен Инквизиции. Послушай, друг, я только-только начал привыкать к тому, что мне не грозит смертельная опасность. Еще не хватало снова за кого-то подставлять шею. Я могу тебе в этом помочь. А еще можешь от меня отвалить. У меня своих дел полно. Нет, сейчас не время. Вы наверняка хотите поговорить с моим мужем. Так, имя? Андре. Это правда, что мне здесь дадут мушкет? Ага, ты стала быть стрелок. Я это отмечу. Но первое время это все. Мы дадим тебе знать. Иди в Инквизицию. А почему это парень типа тебя вдруг набирает людей в Инквизицию? Я тоже когда-то там был. Но теперь-то нет.
Вот, собственно, и все. Стоп! Я работаю под прикрытием. О, и такое тоже есть. Ну и дела. Думаешь, я тоже так могу? Конечно. Где мне подписать? Иди к Лопесу. Ты подходящий для Инквизиции человек. Думаешь? Мне приходила мысль поступить на службу. Почему же ты мешкаешь? Ну, а как думаешь, девушкам Инквизиторы нравятся? Оглядись вокруг. Походи по городу, посмотри на людей. Они полагаются на Инквизицию. Ты можешь внести свой вклад в их спасение. Ты прав. Где вербовочный пункт? Имя? Марко Антонио Паваретти Дивенго. Папа, что? А, ладно. Пусть будет Марко. Нет, нет, надо... Да я понял, понял. Что-нибудь умеешь, Марко? Ну, у меня был в детстве репетитор. Мои родители думали, что мне нужно образование. Да-да, я понял. Запишу тебя в стандарт. Можешь идти. Мы тебе сообщим, когда все начнется. Желаю записаться на службу. Отлично. Имя? Эль Фиделло. Хорошо. Из мушкета стреляешь, Эль Фиделло? Ну, я... Ничего, не переживай, справишься. Вот, подпиши. Хорошо. Пока можешь идти. Я позову, когда дойдет до дела. Вот твои рекруты. Формальности, правда, еще не выполнены, но так и быть. Вот твоя премия. Так, кто следующий? Да, из них получатся отличные рекруты. Нет, сейчас у меня нет времени. Я не могу тебе помочь. Нет, сейчас у меня нет времени. Лучше здесь ничего не трогай. Мне нужен костюм посыльного. Ага, ты нашел себе работу? Тогда тебе нужен мундир. Кроме того, можем подобрать тебе и новые ботинки. Мне хватит мундира. У меня как раз есть твой размер. Надо же, какие у тебя широкие плечи. Я возьму костюм посыльного. Вот, примерь. Ты выглядишь так... так... сногсшибательно. Да, смейся, смейся. Это все ради хорошего дела. Ага. Немного туговато в груди. Какие у тебя мышцы. Много тренируешься? Одну минуточку. Вот, так должно быть лучше. Ну, как я? Не знаю. Я плохо знаю этих ребят из Инквизиции. Что думаешь? Я еще сам не уверен. Ты очень помог. Спасибо. Я хочу комнату Гарсии. Зачем? Ведь есть и свободная комната. Пока я ее не сдам, комната Гарсии будет занята. Он все-таки за нее заплатил. Эй, ты! Оставь в покое моих рабочих. К
кто будет таскать ящики, если они пойдут служить? Видимо, тебе самому придется поднапрячься. Ну, прекрасно. Теперь и тут пираты задают тон. Не хватало только, чтобы тут появилось еще больше ваших. Тебе нечем заняться? Проходи мимо. Чем могу помочь? Я полагаюсь на вашу ловкость и на вашу скрытность. Нет, сейчас не время. К счастью, Азура займет свое место в Высочайшем Совете. Какие у тебя дела в Высочайшем Совете? Я пришел по заданию Мауригату. Тогда у тебя с собой наверняка есть пропуск, не так ли? Разумеется. О, действительно? Тогда я молчу. Входи. Пойдешь туда без меня? Что ты тут делаешь? Я Пуко. Крестьяне выбрали меня для представительства в Высочайшем Совете. Я первый крестьянин, которому можно участвовать в голосовании. Высочайший Совет был создан не так давно. Как был создан Высочайший Совет? После того, как по стране прокатилась темная волна, и лорды титанов переняли власть, защитники стали командовать кальдерой. Тогда к нам пришел Мауриган. Он сказал, что мы не должны довольствоваться тем, что нашу судьбу определяют военные. Крестьяне, ремесленники, торговцы и ученые тоже должны принимать участие в определении нашего курса. Все-таки мы все сидим в одной лодке. Теперь и крестьяне имеют право голоса. Защитники сначала были против. Они хотели признать только голоса торговцев и ученых. Но Мауригато вступился за нас. И по делу, как я считаю. Скоро все мы переправимся в новый свет. И кто же, если не мы, будет там строить дома, возделывать поля? Я считаю, что мы заслужили место в Высочайшем Совете. И что вы там решаете? Ну, сначала мы проголосовали за вакуляцию кальдеры. За что? Ну, за то, что нам надо уехать. Теперь мы даже ведем переговоры с одним из лордов титанов. Это все ужасно важные дела, скажу я тебе. К счастью, Мауригато разбирается в таких вещах. Иначе нам пришлось бы полагаться на выбор ученых и защитников. Больше тут взять нечего. Я бы лучше посидел снаружи, на воздухе. Да? Я посыльный Мауригато. Что ж, занимайтесь своей работой и постарайтесь никому здесь не мешать. Гарсия был здесь. Может и был, а тебе-то что? Что он здесь делал? Ты из какой пещеры вылез? Он парламентер Мары, который принес предложение мира. Совет размышляет над тем, чтобы принять его. А теперь, если тебе больше ничего не нужно... Вы не должны соглашаться. Послушай, посыльный, любое предложение мира нужно обсудить. Таковы правила. А Гарси еще что-нибудь делал, когда был тут? Он работал в архиве.
Мауригата дал ему разрешение. Что он там искал? Спроси Кассандру, она наверняка знает. Думаю, ты ей понравишься. Мне тоже нужно в архив. Доступ открыт только для членов Высочайшего Совета. А как же Гарсия? Гарсия пришел как гость Мауригато. Если за тебя поручится член Совета, то и ты сможешь туда попасть. Поручись за меня. Не вижу для этого причин. Где находится бюро Мауригато? А ты не знаешь? Внизу, напротив комнаты писарей. Минутку. Что бы это ни было, это может подождать. Протоколы последнего заседания. Да, пожалуйста. Какое у тебя задание? Мое задание — быть вечно занятой. Я тут архиватор. К моим задачам относятся протоколы, бухгалтерия и ведение каталогов. Не очень-то весело, верно? Я еще недостаточно хорош. Действительно, не очень весело. Да, но кому-то же надо это делать. Гарсия обращался к тебе. Да-да, Гарсия. Он что-то искал в архиве. Я с ним особо не разговаривала. Извини, пожалуйста, я очень занята. Это важно. Ну ладно, все равно от тебя покоя не будет. Помогите мне с одним небольшим заданием. Тогда я найду время для вас. Ага. Следите внимательно. В 5 шкафов влезает 250 книг и 1000 свитков. А в ячейку можно поставить одну книгу, либо положить 2 свитка. У меня 420 свитков и 75 книг. И я не могу посчитать, сколько шкафов и ячеек мне нужно. А ты? Два шкафа, и останется еще 15 свободных ячеек. Вы очень умны. Ну, я не настолько хорош. Назад к моим делам. Что искал Гарсия? Этого я не знаю. Если тебе нужна информация, попробуй посмотреть в кабинете Мауригато. А если у меня нет ключа от его бюро? Ну, если это так срочно, у меня есть копии ключей всех дверей. Могу дать вам ключ от бюро Мауригато. В обмен на небольшую услугу, разумеется. Дай мне ключ. Да, конечно. Тебе придется обойтись без меня.
Посмотри-ка, запись, сделанная Мауригато. Посмотрим. Гарсия направляется сюда. Ему нужны координаты того же самого места, куда направляется и Кориентес. Мара позаботилась обо всем. Чтобы он получил доступ, я представлю его в совете. Он принесет предложение от Мары. И независимо от решения совета, потом я отведу Гарсию в архив. Там он быстро найдет то, что ему нужно, а я получу свою награду. Славно. Я вырву эту страницу и заберу с собой. Мне нужен доступ к архиву. К этому я не имею отношения. Спроси мастера кустодио. Это я уже сделал. Ну, тогда и я тебе не смогу помочь. Я бы лучше посидел снаружи, на воздухе. Надеюсь, ты знаешь, как вести себя в чужом доме. Тебе еще не говорили, что я не хочу, чтобы мне мешали? Не говорили. Я уже вижу, что ты тут новенький. Я Годин, представитель ремесленников в Высочайшем Совете. В настоящее время я занимаюсь разработкой нового оружия для Инквизиции. Ты разрабатываешь оружие? Огнестрельное оружие, если быть точным. Еще менее чем год назад у нас были только громоздкие пушки. Теперь у каждого солдата есть личное огнестрельное оружие. Это была моя идея. Ты изобрел новое огнестрельное оружие? Совершенно верно. В настоящее время я занимаюсь конструированием двухствольного оружия. Ты член Высочайшего Совета? Да, но в первую очередь я занимаюсь изобретениями. На политику остается не так много времени. Но Мауригато поддерживает меня. Перед каждым заседанием Совета у нас короткий разговор, в котором он сжато излагает мне основные вещи. С моими способностями изобретателя я могу быть полезным Инквизиции. Можешь научить меня чему-нибудь? Если ты достаточно хорошо разбираешься в огнестрельном оружии... Как мне улучшить мое оружие? Что ты хочешь знать? Можешь провести меня в архив? Я не занимаюсь писаниной, это забота Мауригато. Спроси лучше одного из членов совета.
но! Куда это мы собрались? Мне надо в архив. Ну, это ясно. Многим надо в последнее время. Но тебе вообще известно, что это за архив? Хорошо отсортированный, надо думать. Здесь собраны все знания Инквизиции. Все, что нам удалось сохранить со времен Империи. Ну и славно, что такой человек, как ты, это все охраняет. Без разрешения одного из членов Совета я сюда никого не впущу. У меня тут сотни разрешений. Ты хочешь меня подкупить? Ты можешь смотреть на это как захочешь. Значит, я расцениваю это как попытку подкупа защитника. В архиве на эту тему есть книги, толстенные. Это значит, что ты не возьмешь мое золото? Я читал пару из этих книг. Если это всплывет, со мной сотворят ужасные вещи. Воистину ужасные вещи. Впусти меня, а то врежу тебе по морде. Вперед! Я даже позволю тебе ударить первым. Ты не с тем человеком связался. Я думаю, теперь ты знаешь, как это бывает. Прочь отсюда! Последнее предупреждение! Теперь хватит! Я думаю, теперь ты знаешь, как это бывает. Прочь отсюда! Последнее предупреждение! Теперь хватит! Я думаю, теперь ты знаешь, как это бывает. Прочь отсюда! Последнее предупреждение! Я думаю, теперь ты знаешь, как это бывает. Прочь отсюда! Последнее предупреждение! Я думаю, теперь ты знаешь, как это бывает. Прочь отсюда! Последнее предупреждение! Отсюда. Это было ошибкой.
что Корриентес ищет храм огня. Посреди джунглей. А вот тут есть бухта. Маракайская бухта. Ага, координаты. Ну, погоди, Гарсия. Я иду к тебе. Абсолютно устарела. Еще чуть-чуть и рассыплется в прах. От мастера Година. Неплохо. Буквы почти нельзя различить. Самой важной вещью для оружейника была его пеньковая трубка. Однако ее украли пираты из Токаригуа. Легенда гласит, что она зарыта на горе вместе с сокровищем. Я уже нашел пеньковую трубку.
Еще чуть-чуть и рассыплется в прах. Веди себя хорошо. Ладно, просто проходи мимо. Минутку. Что бы это ни было, это может подождать. Я бы лучше посидел снаружи, на воздухе. Вот и снова я. Пойдешь туда без меня? Не сейчас. Вот и снова я. Без глупостей. Покажи мне, что у тебя есть. Тебе нечем заняться? Нет, сейчас не время. У меня своих дел полно.
Чем могу помочь? И? Вам удалось? Наш план сработал. Теперь у меня есть доступ в высочайший совет. Вы нашли доказательства? Я тут кое-что нашел для тебя. Прекрасно. Значит, теперь мы квиты. А я не заслужил какой-то награды? А разве недостаточно, что с моей помощью вы попадете в высочайший совет? Ну, как бы там ни было, я думаю, что могу проявить щедрость в вашем отношении. Нет, сейчас у меня нет времени. Кто крадется, задумал что-то дурное. Кто крадется, задумал что-то дурное. Извини меня, пожалуйста. Стоять на месте! Стоять на месте! Лучше ты, чем я. Теперь я знаю, где Гарсия. Он преследовал Кориентоса до Маракайской бухты. Тогда тебе нельзя терять времени. Позаботься о нем, прежде чем он нападет на Кориентоса сзади. Удачи в поисках Гарсии. Что-то случилось? Стоять на месте! Оружие. Не вздумай мне тут красть. Я за тобой слежу. Слышишь? Вон! Таким, как ты, тут не рады. Я теперь знаю, где Гарсия. И где же? Он последовал за Кориентосом в Маракайскую бухту. Так чего же мы ждем? Корабль готов. Отправляемся за ним.
У меня нет, своих. Сейчас не время. Тебе нечем заняться? У меня нет для тебя времени, парень. Уходи! Убирайся! Веди себя хорошо. Убирайся! Не суй нос, куда не просят.
давай поторгуемся. Без глупостей. Пусти-ка меня к Вуду алтарю. Покажи мне, что у тебя есть. Стоять на месте. Давай тренироваться. Солдаты, внимание! Сейчас будет поединок. Чего ты ждешь? Ха! Давай, иди! Покажи, на что способен. Давай, иди! Давай же! Давай, иди! Задай ему! Покажи, на что способен! Давай же! Что там происходит? Вот и снова я. Это было слабо. Надеюсь, ты сможешь подняться. Не хотел бы я быть в его шкуре. Стоять на месте. Неплохо, да? В следующий раз все будет иначе. Стоять на месте. Я не могу тебе помочь. Я не могу. Нет, сейчас у меня нет времени. Нет, сейчас у меня нет времени. Что-то случилось? Караул!
Лучше ты, чем я. Убери оружие. Сварю нам что-нибудь вкусненькое. Пришло время поменять курс. Есть, капитан.